прилетели товарищи. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Нормально добрались? Вообще. Ой, вот у нас сегодня устроили праздник. Вот, приехали маленько порыбачить. Прямо на вертушке. Вот, Киса, посмотри, какая красота здесь, а, вообще. Какие горы, ё-моё. Просто какой-то бомба, да. Смотри. Места, вот Китой, как мне нравится Китой, я не знаю, больше никакая речка мне не нравится. Да. Конечно, все по-своему красивые, но Китой особенно красивый. Там у нас Викторич. Такая красотища так. Вода просто чистейшая. Садам не спали. Люблю тебе два чанс. Туда, на мотки на щетки? Ну, перед мотками, не щетками, яму. Большая? Хорошая яма. Но она песком затянута. А песок, где нету рыбы? Где песок, там нету рыбы. Раньше там она была сюда ближе,
уже, ну, глубокая такая. А сейчас с переката песком затянуло поворот вот этот. Туда к скале, короче, к скале там глубина, камень, а вот оттуда с этой стороны песок, короче. И до туда далековато. С сапогами надо. Че, Гаха, на верховую там ловит что-нибудь? Не знаю. Хочу на верховую сейчас попробовать. Да на грузовую там покидал. Вот в те, вот здесь вот за камнем, блядь. Наверное, вот до той ямы летит. Там покидаю. Верховую попробуем. Мошка летает же, да? Все, наш. Опа. Вот такой красавец. Хороший. Вот такой красавчик. Этот линок. Здесь узелок делай, потом завяжи, как обыкновенно. Экономим леску. А, вот и вертушка. Чем за сапога то могу вида вертали он ты. А. Ура, наверное. Мы придем в отхал зерда же до свидания.